новостям спорта. 19 ангарчан прошли отбор на первенство и чемпионат России по панкратиону. Биться за сборную региона ребята будут с 9 по 12 мая в Санкт-Петербурге. Некоторые из бойцов сборной уже проявили себя на аналогичных соревнованиях. Подготовка к большому событию идет полным ходом. На сегодняшний день ставим функциональную подготовку максимум и больше работы в партере на болевые удушающие приемы. С ударной техникой у нас, ну, в принципе, все замечательно, а вот в борьбе мы маленько хромаем, поэтому в этот раз мы как бы сделали акцент именно на борьбу. Все, кто следит за спортивными событиями региона, возлагают на сборную большие надежды. Те, кто покорит своим мастерством северную столицу, будут представлять Россию и родной город уже на чемпионате Европы.